На конкурс дети читают стихи. Росковская Лидия, 11 лет. Гимназия-интернат номер 664, город Санкт-Петербург. Специальная номинация «Я пишу стихи». Детям войны посвящается. У него недавно умерла мама, а папа год назад не стал. Он остался круглым сиротой, тем, кто один возвращается домой, тем, кто сам себе готовит обед, тем, кто знает, близких рядом нет. А во всем виновата она, жестокая, суровая война. Сколько осталось таких сирот, тех, на кого свалился тяжкий груз забот. Но ни грусть, ни страх, ни смерть не сломили русских детей. И рядом со взрослыми у станка появилась вся эта детвора. К солдатам на поле боя присоединились мальчишек строя. Кто знает, если бы не дети, жили бы мы с вами вообще на этом свете.